Наркодилера взяли с поличным. Нижегородские полицейские задержали 29-летнего уроженца ближнего зарубежья в Автозаводском районе областного центра. При себе у гражданина находилось 3 свертка с синтетическим наркотиком общей массы свыше 700 граммов. Это считается особо крупным размером. Сам задержанный внятно пояснить, откуда у него столько запрещенного вещества, не смог. Нет, я их не употребляю. Что должен был сделать с этим пакетом? Мне сказали просто, чтобы они у меня полежали. В свою очередь оперативники установили, что задержанный уроженец ближнего зарубежья занимался так называемым бесконтактным сбытом зелья. Он оставлял закладки с наркотиками на территории всего Нижнего Новгорода. В ходе обыска были обнаружены заранее приготовленные упаковки. В ходе проведения следственных действий изъят порядка 2500 полимерных свертков, предназначенных для расфасовки наркотических веществ. В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения по страже. Теперь пойманному наркодилеру грозит весьма солидный срок. Санкции по предъявленной статье Уголовного кодекса России предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.